Акварели не открываются. А где салют? Йоу! Все полные. И здесь все мощные. А, это все наши? Это все ваше. Заберите у Кости черкаш. Слетает или не слетает? Вот сейчас черкашом вообще не стоит. Да, Костян, не надо, Костян. Прилин, да, это еще не лет совсем не. Яхай. Давай. Это яхай полный. Это полнейший яхай. Музон просто. А музон дает кайфа. Что лучше? Взять CS GO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam – это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Вот миссию в GTA San Andreas проходим какую-то. Нет ощущений? Все заходят, так петарды берут по чуть-чуть, у нас просто коробками заносят бухалочи именно в грузовую машину. Слабенькие такие можно пускать из рук. Я стрелял в ребят, нормально все. Они бегали. Они бегали. До этого бегали. Вот это салют. Сколько денег у нас это вышло? 98к. Чисто пацаны идут петарды взрывать. А причем это со скидкой, ну для пацанов вот 30% я сделал. Если что, вот эта вся тема, если в магазинах брать, это больше 200. Это я вам говорю реально. Варпач в чате пишет, он мне PlayStation продал. Реально? Да. О, хочешь покажу видос? Допустим, нет. Если показывает, то доходит, гуляет, был. Хочешь покажу видос? Вот, ну вот я у него дома. А можно? О. Читай. А это я. Читай. Понимаешь? Ешь? Ну, сейчас машину сяем рассказывать. Поехали, Нива, огниво. Давайте, спасибо большое. Давайте, если надо, обращайтесь. Да. Спасибо, брат. Бля! А чё вы смеялись? Он показывает видос Сварпачёва, я говорю, о, нихуя ты Сварпачёва знакомый. Я у него был. Да, вот это я. Я у него дома был, говорит. Сука. Ну это понятие смешно было. Я предлагаю повернуть, чтобы он в том поле делать, там у нас нету. Да вообще похуй. Нет. Я предлагаю вот так друг друга салют. Ну давай вот это проверим. Не понимаю, как оно работает. Да бля, подожди, горелый. Нет, не порвался. А вот эту хуйню прям помазать. Так ее ставишь вот так на эту, на колпачок, понимаешь? Попкорн, блядь? Бля, подальше. Не, нормально. Не, лучше подальше, реально. Лучше подальше, да. Так смотри, чтобы F не было. Так она просто, это просто этот. Это просто фонтан. Фонтан. Да, если честно, зажигалка. Шоколадный фонтан, вот так выглядит. Нужна газовая горелка специальная, зажигалки не работают на морозе. О, у меня телефон с такую штуку засунули. Кто? 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 О. Пинай. Охуительно, пацаны. Да, давайте сюда. Там на 5-6 метров. Все, ладно, давайте, мужики. Ебать, там хайп только начался. Воу, пишет. Как будто они там, биржубас какой-то. Ну ты и слово вспомнил. Меня поймали с ганджубасом. Попали. Да, вот эти самые. Меня взяли с этим самым. Сказал мне серый бас. Дышал я больше носом. Бодрячок! А что он делает? Давай. Это такой же? Да, фонов просто. А, факела расставляйте. Бля, пацаны, вы пиздец минус лайк. Он сейчас полетит вверх, блядь. Нахуй нам это залупа. Воу, пишет все. Да, пацаны. Да. Еще факел поджигай. Да, схуяли, мы должны что-то делать. Попробуй эту хуйню в багажник кинуть, что будет если. Ха-ха-ха.
Отличное место, Сань, ты выбрал. Просто верх перфекционизма. Лёх, за сколько вот на этот конус прям с разбега нырнёшь? Чё? За сколько на конус? Вот секунды этот? Три. Раз. Прикинь, даже тут нас нашли. Оп, реально? Что? Реально? Бля, конфета прикольная. Она хайп. И дает, типа. Как парень не сказал. Все полнейший хайп. Он сказал так: вот эта конфета на 50 метров разлетается, будьте осторожны. То, что сейчас было. Что это? Блядь. Ой, блядь. Блядь, вы в момент успели это все сделать. Ох ты. Ой. НЛО. Она в нас может так полететь. Бля, ебать, я начал прожигать факел, она бля, в руках. Вот этот как у меня внутрь поджигает. Только меня не кидай. Она прям начинает не свалить только курточку. Мне мама купила. Да мне тоже. Дорогую за 10 тысяч. Сейчас. Давай, сейчас. Блядь! Нихуя себе! Бля, отлетает, Сань. Молодец. Там она сейчас размотается и... Нам эта хуйня пиздец нужна вообще, Сань. Сейчас будет бум! Я думаю, бум! Если в нас отлетит, нам пизда. О, нихуя! Нихуя! Вот это да! Вот, я же говорил, это нихуя не шутка. Эхо, вы слышали эхо какое-то? Не, не было оттуда. Сань. Вообще нихуя не слышно. Надо факел. Это, пуда, надо это с руки надо. А? Горилла что-то... Это с руки и направленную на себя. Вот так. Блять. Нахуй. Нахуй! На да, я говорю. Уёб будет, если она резко на нас упадет. Стойте, давайте эту хуйню в бок попробуем. Опа! Ебать! Ой, блядь! А чё она? Фраг фейковая! А это нас так же нас. Кто пойдет забирать? Нахуй надо. А, накни! Я с рук по идее можно. Бля. Да, не, ну дайте мне в руку. Мне. Вы не в нас. И в конце она взрывается, я слышал. Ой, блин. Мама берет. Бери. Бля, ну в куртку клянусь, не хотелось бы вот этой получить. Стрелять. Вообще не надо. Ничего. Вообще в целом не надо стрелять. Зачем в упор мне стрелять? Ты в упор не надо. Просто лека ебашь. Просто в ебанутую. Он думает, что это пиздец сейчас будет, смотри. Достаточно. Я его выкинул после фразы, да, я слышал, он в руках взрывается. Да? После этого я его выкинул сразу. Лёх, ты понял, что она оттуда вылетает? Да. Я понял. Нет, не оттуда. Иди нахуй. Да вот верни в другую сторону, дубень. Да мне меня. Да ебла. Вы думаете, кому мы дали? Да у нас машина с салютом здесь. Сюда, ебла. Фак, я сейчас тебя... Был ровно в дверь, где... Долбоёб. Стреляй в него. Сейчас. Это дым? В центр. Блядь! Близко! Выше. Ты чё, ебанат?
Блядь, ну вы ебаны, блядь, блядь, машины-то, блядь. Блядь, давайте без таких франков, это хуйня ебаная. Можно побежать и умереть, наткнуться на штырь, блядь. Да как же ты лопуха. А, ты просто, ну ты от страха бежишь, можешь так ебаться. Это и расчет, блядь. А у нас что еще там осталось? Да там пиздец еще. Это все? Так это не я кинул ее под машину. Ага, не ты. Пиздёшь просто с сивой кобылы. Ну правда. Ну вот правда. Осторожно, просто можно реально по нахуй хуйней позаниматься. Да я тебе говорю, это не я, это вот горильня. А это что? Рулюйся, ну хуй знает, новая какая-то. Бля, так опасно, пиздец. Сай, ложись нахуй. Ебаный хайп вообще жёсткий. Это хайп. У нас нарезка, если будет, то меня... Нарезка, хозяева сошли с ума, просто дичь смотреть без регистрации СМС. Нахуй ты с ней, на с ней бежишь? Отойди, да? Нахуй, не надо! Бля, не отойди, Лёх, ну реально, ну реально, ну... Мужики, ну. Я не могу её поджечь. Давай. Попробуй да, внутри кузова, там тебе ветер не дует. Надо бы этих зажигалок купить. Не так близко. Сама. Она очень громкая, мужики. Она пиздец громкая. Закрывай уши. Нихуя себе. Охуеть. А что было? Я просто очень... Ебать, она смотрит на неё. Это снег? Вот это хуйня, нет. Она пиздец. Это просто ебушка. Здесь эхо по-другому передается. В городе есть такую хуйню, тебе это пиздец. В лесу тоже громко. Не надо, подожди, сначала Black Mamba. Тут просто отражаться нечего, из-за этого такой звук уходит. Нечего. Погнали в лес? О, да ну нахуй! Лучше подальше. Это что за хуйня? Это что? Это что за ебучка? Надо кинуть ее. Прикинь, в руках ебанет такая. Лучше подальше. Еще дальше. Возьми факел с собой просто. Да, факел возьми. И вообще в другой город иди. Охуеть! Почему вы такой звук глухой? Он вообще не громкий. Попробуй в машину. Сугроб потом? Нет. Блядь! Ой, блядь. Да, главное, чтобы не могу. Может, не может быть, я. Машина! Бля, бежали, пиздец. Давайте поджигаем вот в ту сторону и бежим. На нее? Кто бежит? Нет, вот нее. Раскручиваем и убегаем в разные стороны, в кого? Да. И что ты там распаковываешь? Нихуя не распаковываю, сидите нахуй, спите, ебаный урод. Я сначала это увидел, думал ты... Хорошо, что вы покупаете? Сидите, спите, ладно. Третий. Да ебаный, я убью. Уже вылез. Блин, таким... А, понятно. Я в руках ебанет, охуеешь. Это, по-моему, сигаретка, брат. А слабо? Я вот так потом буду. Как этот Евлан. Под машиной хуяти. Да, блядь, давайте не рядом с машиной, пацаны. Ну, сколько раз уже нахуй сказал, заебали. Так, все, этот фитиль сдох. Блядь. Ты чё, дура, говорит? Прямо ебанутый у нас. Стойте, давайте одну в взятыги направим. Вот это под, на удачу? Да. Это маленькая, это курсант третий. Маленькая? А где фитиль? Где здесь фитиль? Внутри? Вот, всё. Эй, блядь, обманул. А? Закройте двери машины. Нахуй надо. Так интереснее, брат. Что делаешь?
рядом с ней Black Mamba лежит. Прям рядом с этой штукой. Ты ее просто бросил? А что, вторая не заработала? Её Данилыч должен был Black Mamba зажечь, а я вот эту штуку. И у Данилыча зажигалка не сработала. Кстати, давайте в Бокова попробуем. Я хотел, прям Данилыча. Нет, прям по земле, чтобы... Давай. Так? Да, по давай. По дороге он, чтобы ехал? Да, туда. Вот отсюда, вот так настроил, и он, чтобы он туда. Давай. Что ты хочешь? Слушай, в Бок его нормально. Сань, только закрепи крепко, потому что если в нас направится, нам пиздец. Машина едет, машина едет. Да ладно. Здрасте. Здрасте. Ну что, просто... Ладно, мы подписчики, ты идем, коласку. Сань, крепи. Вот так? Ну покрепче как-то. Крепко вообще. Не, надо вот так, пониже. Наклон слишком большой. Сильный? Во. А ты что, закрепление такое? Не уйдет, не уйдет, она подо льдом. Отвисаешь? Что делаешь? Просто одну небольшую бельку. Съебывайте нахуй! О! А, не, ну нормально. Блядь, ебать! На фоне бухалыч стоит красивый. Да, да. Мне бы такой симп. А сколько у нас вот таких штук? 700. Сколько? 0. 0? Вроде да. А что ты придумал? Просто гений. Одна коробка, которую мы вообще не скрывали. Ага. Коробка вот этих штук. Очалей. Ну вот это. Это коробка. Вот в этом мы не знаем, что. Айрокетс. Ебать, там круто! О, вот это крутые! Эти стой, звук посмотри. Можно? Нет. Нет. Ебать! А, это пулемет! Ах! Нихуя по звуку! Держать можно или нет? Не, я не думаю. Не, он говорил что-то про то, что держать можно. Ну точно нет. Блять, не, блядь, это... ну смотрите. А давай подожжем и проверим. Чтоб пускай его. А у нас есть ли ты? Ой, горит, горит. Это громко будет. А что это? Мамба. Мамба. Не снимай. Ой, блядь! Ебать! Я ее понял, специально над землей поставил. Ёбкую, волна же уебала! Да. Тряхануло. Подождите, тут может написано в сети. Что это вообще за петарда? Класс опасности 3, радиус опасной зоны до... Да подожди, до 30 метров. Да подожди, блядь, Сань. А мы делали такую, с Яриком. Реально? Горит! Блядь, ну дадите прочитать. Давай, у нас две их. Проверим. Одну подожжем, поставим. А давайте одну в бухалочке тогда для проверки, а вторую... А, вот. Применять изделие в состоянии опьянения, запускать с рук не допускается. Вот. Блядь! Ложись! Поджигать? Да. Закрой двери. А где нормально, нормально. А! Там еще три таких базуки. Я думаю, лучше прямо вот так стоять, реально. Думаешь, прям лучше? Да. Видно. Хочешь, давай? Блять, она не горит. Не могу понять. Я тоже. Давай на чики-брики пальчик выкинь, кто идет проверять. Давайте, мужики. Чики-брики пальчик выкинь. Ты идешь? Ты себя пропустил. Ну, я пропустил, я отхожу, ты идешь проверять. Нет, ты чики-брики пальчик выкинь, вот так сделай. Ну, выкинь. Сейчас пулеметом, кстати. Горел на ёбку. Надо поджечь. Там радиус 30 метров. Что-то близко надо поджечь. Близко, да, на тоже. 30 метров. Я поджигаю уже, как тут нажать. Пацаны, 30 метров пройдет. Пиздец. И как, вы его поджигать отправляете? Он даже поджигалку поджигать не умеет. Пацаны, 30 метров радиус. Нормально. Пацаны, 30 метров радиус. Она по ветру. Пацаны, у вас тут фургон с тротилом. Хайп Горилыча направлю сейчас. В жопу ему давай. Че такое? Так подкрадывается. Да. Кармен. О, посвети. Чуть выше возьми. А ты фитиль поправь вверх. Выше возьми. Да куда я тебе? Опа, сосади меня с земли. Да, блядь. Да нихуя не будет.
Поймал? Да.